Подойди сюда, бестолочь. Смотри, упадешь. Я не виноват. Ты видел? Ага. Тима, я тебе говорю, вот сюда подойди. Ты посмотри, что вытворяет. Давай, лап. Обалдеть. Тима, ну я понимаю, скользко, конечно. Ну а если попробовать станцевать? Шипы-то у тебя хорошие. Есть вариант станцевать? А что, он танцует? Держись, держись, держись. А, звереть можно. Вот это да. Тима, а покажи, какие у Тимофея зубки. Покажи, какие зубки у Тимофея. Вау! Молодец. Вчера конфет закормили детишки конфетом. Тима, вот мне сам больше нравится, как Тимофей стесняется. Покажи, как Тима стесняется. Покажи. Слушай, какой он умный. Ну, молодец. Слушайте, молодец. Вы нам целое представление устроили. Тимофей, а он что, цирковой? Все, Тима, ну ладно, не все. А его принесли сюда, за ним женщина смотрит на повар. Вот думает, цирковой он или не цирковой. Это она что? Никогда в жизни, эта женщина, наверное, сама в цирке не была. Как это? Держи. А еще раз попросите его постесняться. Тима, ну все, рот открывай, я так кину и все. Обалдеть. Все слова понимают.